Я шел по мосту и в глубине потока увидел прекрасные цветы. Мастер никуда не идет. Лучшие бойцы умрут сами. Приветствую вас, сизокрылые моллюски. С вами Федорович. И наконец-то я вам покажу то, во что мало кто верит. Это реальный уличный бой двух диванных мастеров. Несмотря на то, что вселенная всячески пыталась не допустить такую битву, он случился. Как соловей в шоке от кукушки из яйца, так и вы в абсолютном шоке от этой баталии. Даже я не мог сразу поверить в то, что увидел, но это реальность. Два величайших, а это видно сразу по их месту накопления силы чи, мастера сразились. И все как на тренировках закончилось через пару секунд смертью одного из них. Но чтобы достигнуть такого вот уровня, нужно без жалости к себе тренироваться каждый день. Не только возле холодильника, но и на стене, как этот будущий мастер. Меня зовут Великий Кико. Как вы догадались по моему брюху, я один из лучших мастеров на десятки километров вокруг. Но эта слава не свалилась мне на голову просто так. Кроме того, что я 30 лет усердно уничтожал пельмени и тренировал свои челюсти на тысячах беляшей, я еще и занимался по лучшим журналам про карате. Поэтому смело называю Уэсибу, Фунакоши, Танаку и еще кучу непонятных японских фамилий своими учителями. Я зла никогда не помню, поэтому приходится его записывать, как и ваше нытье. Я еще не такой великий мастер, у меня нет великолепного пивного брюха, я не могу съедать по 100 пельменей за раз. Что мне делать, я несчастный диванный дрыщ с жалкими 95 кило? Вот что, брать соседа, который еще более дрыщавый, и работать над скоростью, как мастер Винчун из «Матрицы». Возвращаться плохая примета, особенно к жене, после 3 суток загула. А эти любители ножей постоянно возвращаются и начинают меня упрекать, что я даю слишком мало приемов против ножа. А ведь сейчас, в нашем культурном и цивилизованном мире, без ножа вообще никто не ходит. Я, конечно, с этим согласен. Ведь каждый из вас, выходя на улицу, сует в трусы мачете. Ну да ладно, дам вам один верняковый приемчик. Я прекрасно осознаю сквозь туман своих лет, что не каждый из вас настолько жестокий, чтобы после приема еще 5 раз добивать лежачий труп, как настоящий мастер.
поэтому дам вам приемчик попроще. Привет, подкаблучники! Если вы смотрите мое видео, значит вас, как и меня, дома избивает жена и периодически хватается за нож. Отчего я стал носить розовую рубашку, а она черную, чтобы сразу обозначить, кто из нас доминант в хате. В общем, я взял свою 40-килограммовую любовницу в помощники и решил записать видеокурс по самообороне. Ведь жену я взять не мог, она со своей соткой меня бы порешила после первого приема. Когда 40-килограммовая девочка выставила руку с ножом, прежде всего нужно махнуть своей деревянной кочергой и молиться всем богам, чтобы у вас хватило растяжки и вы не навернулись с ракой на пол, как это у меня было неоднократно. Но если эта дерзкая мазефака начнет махать ножом, типа делая атаку на вас за 3 метра, тогда вам нужно подбежать к ней и схватить ее за руку, чтобы потом, как грациозный павлин, кружиться под ее рукой. Честно говоря, я уже не помню, в какую сторону и зачем нужно крутиться, ведь я видел этот прием в кино всего один раз. Также очень эффективно приседать под ножом, когда ваш противник будет вас бить над головой по вашей команде. Но делайте это медленно и тяжело, как я с моим радикулитом. Еще одна классная фишка – это схватить эту ведьму за руку, когда она показывает на вашу лысину ножом, и что-то с ней сделать. Я уже не помню, что именно там делается, но этот прием точно поможет вам порешить эту мымру, которая забирает всю зарплату, дерется сковородкой, обзывает вас лысой свиньей, бухает по ночам и не дает. Все, я буду заканчивать это видео. Нельзя красть деньги с миски у нищего, но можно подкорить себе законы вселенной и физики, став лучшим мастером. Особенно, когда у тебя есть жирные ученики-китайцы, которые готовы на все за миску риса. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, вы сначала наберете массу мастера или вы учите приемы от жены. А поддержать канал и получить мою благодарность зарядом силы Чи вы можете, став спонсором канала, даже за символическую сумму в пару долларов по ссылке в описании или возле кнопки подписаться, обретя таким образом вечное бессмертие и славу мастера. А если вы хотите привести себя в форму и освоить навыки самообороны и ударной техники, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Пика! Все, спокойно. Защита! Нога рудеет, раз-два. Переваривайтесь. То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба, хоба, оба. Вот так.